Всем здрасте. Один из подписчиков попросил, а сделай опыт такой, чтобы у нас было немного варки и плюсом еще с прокрутом. С каким прокрутом он не уточнил, поэтому я сделаю варки не полностью, миллиметров 5-6, и плюсом прокручу на 180 градусов. Уж зададим полипропилену как следует. Температура будет 260-262 градуса. А второй, это один край, а второй край я просто ровно сварю. Ну вот, примерно я вам покажу, порядка 5 миллиметров здесь. Ой, как я вам показываю круто. Давайте вот сюда покажу. Ну вот, что-то 5 миллиметров, около 5 миллиметров. Можно сказать, толщину муфты. Конструкция растет и удлиняется. Уже, я бы сказал, мы сделали 1,20 м опытов. Ладно, все, меньше баловства, балабольства, больше дела. Поехали. Ставим галочку, то что опыт выполнен. Подаем давленице, закрываем кранчик и будем потихонечку подавать давление. Конечно же, я не забуду одеть очки, дабы глаза оставить в целости и сохранности. Открываем, а этот у нас недействительный, кранчики все. Не понял, закрыться надо было. Вот, все, теперь поехали. Малым ходом. Наполнение пошло. Одна атмосфера. Два. Два бара. Три. Четыре. Пять бар. 6, ну, в принципе, максимально, что выдаст система.
А, вот нас тут снизу. Ну, в принципе, как всегда, у нас показывает, что все хорошо при стандартном давлении. Но как только происходят скачки, может произойти все что угодно. Итак, поднимаем выше. 9 атмосфер. Ой, 8. Да, действительно 8. Вот сейчас 9. Все в порядке. 10 атмосфер. 11 бар. 12 бар. Проверяем. И что проверяют? Большой. Сейчас ориентируемся только на голос. 19 бар. 20. И стоит нам проверить. Блин, забывай все, нафиг я проверяю. Двадцать пять. Тридцать. Так, 30. Ой. Все сухо. Все сухо. И потом я пройдусь, вот эти вот проверю. Сорок. Сорок пять. Почти. Сорок пять. Все сухо. Ну, чтобы вы не сомневались, смотрите. Вот наше давление. Короче, 40 к 45. Все отлично. По всей видимости. Опа, это... Ага, нет, нет, нет. И сейчас я еще проверяю резьбы. Пакет так и держит. Мешок так и держит. Но остальных-то я, в принципе, доверяю. Фумлент держит. Тангиту Нилох держит. Не, мешок на уплотнении держит такое давление. И пакет... Также. Ну что, краткие выводы. А выводы будут такие. Как бы вот я не пытался наксипорить с полипропиленом, а это все равно однозначно суперский материал. Кто бы там ни говорил, любители других материалов, полипропилен это хороший материал. И стоит мало денег, и он послужит довольно-таки длительное время. Это все, это косяки, с которыми мы варили, но они себя не проявляют. Пока.